Я прошу минутку внимания. Вчера исполнилось ровно 3 года со дня победы нашего народа над фашистской нечистью от лица Черноморского флота и города русской славы Севастополя. Хочу поздравить вас с этим великим праздником. Да здравствует наша советская родина! Да здравствует товарищ Сталин! Троекратное ура! 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 А вы сибарит. То есть люблю ли я роскошь и удовольствие? Да, конечно. Я очень хорошо помню свое голодное детство. Поэтому ценю жизнь и все, что она мне предоставляет. Я придерживаюсь правил. Например, я никогда не пью раньше положенного времени. Который час? Да, 7 минут. Ну, сейчас без 15:02. Так вот, я никогда не пью раньше 2 часов. И еще, я все делаю строго по закону, так что ко мне придраться просто невозможно. Например, ко мне в 45-м году, я тогда на транспорте работал, пришло 5 студебекеров. Оформление должно было занимать 2 недели. Обкатка тоже 2 недели. Так вот, у меня за отведенный месяц эти машинки в Польшу успели сбегать и вернуться оттуда с очень хорошим трофеем. И все по закону. А вы не боитесь говорить такие вещи незнакомому человеку? Нет. Ну, во-первых, я своего человека заверстучую. А во-вторых, у вас такой костюмчик, что просто так его не купишь. Уж я это хорошо знаю. Ну что, я его пропас? Покуда вы дошел, он разов 5 из чайника дзобнул. Я надеюсь, второй сделал уже то же самое. Минут через 5 отключаться, можем брать. Угу. Скоро станция. Должны успеть. Пошли. Куда, любезный? Вам сейчас покой прописан. Слышь, Соломон, и что, им правда каю? Яков, не тратьте драгоценное время. Помогите Ивану. Облигации берем? Берем. И деньги с золотом тоже.